Мы идем к морю. Сюда, в эту сторону. Да, спуск оттуда, он сказал. Гюля. Ой, наше море. Марьяш, иди сюда, Балам. Иди сюда, родной. Вот, в эту арку. Ой, девочки, как здесь хорошо. Я вам передать не могу, насколько здесь здорово. Так. Вот оттуда, пошли. Да. Вот туда. Марьяш. Вот туда, в этот коридорчик идем. Ой. К морю спуск там, да? Вот так здесь все, девочки. Я вам панораму общую сделаю. Вот еще один атрибут панорамы. Наши отдыхают. Класс. Очень здорово. Да, пусть накинет уже. Сразу чувствуется погода. Тебе надо было тоже пальто. Не, мне нормально, я не хочу. Там солнце, Гюлин. В беседке сидишь, когда сифонит и чувствуется. Гюля, тут вообще-то дверь есть. А? Есть, но она закрыта. Давайте я вам так покажу. Наш Каспий. Да, дверь есть, но она закрыта. Почему-то. Смотрите, какая огромная просто терраса. И места нет. Места нет вообще. Наши вон уже спустились. Вот так вот здесь все очень аккуратно сделано. Ой, шум моря. Айджан, Маня, ноги поднимай повыше, песок не загребай кроссовками. Что? Песок теплый. Теплый? Ну и что? В кроссовки попадет, потом неудобно будет. Идем. Ножки поднимай, поднимай, вот как мама. Сначала на пяточку, потом на носок. Ну смотри, вот так идешь. Вот, вот, вот. Покажи. Вот. Идем. Идем к морю. Давай, подержу. Давай, знаешь, что сделаем? Где у тебя карман? Мам, вот я еще поиграю с песочком. Ой. Но он же теплый. Сейчас, подожди. Мать, не знаю даже, честно. Иди сюда. Юля, море вернулось.